Основной это прием пищи должен с пивом, да, курицей, кусками мяса, шашлыком вот таким вот, да. Don't stop. Don't linger. Don't sleep in this den. For the beast will find you, and you'll never wake again. Вот я и добрался до Monster Hunter Rise, который в прошлом году вышел только на Nintendo Switch, и мне там было лень играть одному. Лев не хотел, у него нету консольки, а вот сейчас она будет радовать ПК-бояр. Откровенно говоря, думал, что меня ждет то же самое, что и World, разве что в другом антураже. Сильно удивился изменениям. Не везде в лучшую сторону, к сожалению. В этом видео я не буду рассказывать, что же такое Monster Hunter в принципе. Я достаточно подробно попытался разъяснить, в чем прелесть в рамках предыдущего обзора, который к World и Iceborne. Так что лучше посмотрите его, если вы не в теме и не понимаете до сих пор, что это такое. Повторяться смысла нет. Лучше сразу перейдем к особенностям Rise. Рис. Понимаешь? Rise. Rise. Оно же одинаково почти произносится, да? Monster Hunter Rise. Все сходится. Так вот, Monster Hunter Rise не церемонится, а просто дает фанатам то, чего они хотят. Свежего мяса. В том заключается беда Numero Iti. Один по-японски. Совсем никакой истории. Вы охотник на монстров в деревне Камура. Буйные монстры пришли и топчут всех без разбору. Чтобы их убить, проследуйте вот в эту дверь. Oh, come on. This is Kamura. We're all practically family here. Все остальное просто симпатичный восточный антуражик и утилитарные жители, которые либо предоставляют услуги, либо чего-то от вас хотят. Ну, такие мини-задания вам выдают. Место колоритное, тут я спорить не собираюсь. В World не было какой-то определенной темы, поэтому особенного антуража не было. Просто вот какое-то средневековое, деревянненькое, ну, что-то такое, да. Да ладно, ну, они расшиблись на острове, ну, вот... они из всякого говна там собираются. Да, бомжи какие-то деревянные. Не сказать, что прям что такое сверхъестественное. Красивенько, приятно, антураж есть, но, говорю, здесь он лучше читается. Тема есть. Зато там, в Ворлде, нас правильно вводили в мир. Объясняли, как и чем живут в этих краях бесконечной охоты на чудищ-ублюдищ. Происходящее обретало форму. Хоть ничего интересного в целом нам и не рассказали. Не какая-то там драматическая история или особо зрелищная. Все плюс-минус нормально, но этого хватало, чтобы хотелось узнать, ну, следить за происходящим, так или иначе. У этой истории был путь, который вел к новым местам, монстрам, открытиям и событиям. Для тех, кто решил познакомиться с серией, давала необходимую мотивацию и фокус. Без него, может быть, мы даже не продрались через терни, сатанинский интерфейс и прочие странные геймдизайнерские решения, типичные для японцев. В Rise вообще ничего нет, кроме вступления. А дальше список задач и пара роликов о том, какие все молодцы. О том, какие чудища-чудища. Ну и чудища, естественно. И у них есть тематические ролички в стиле японских. Не знаю, как это, кино. Байк. Да, почти черно-белого. Они, видимо, не решили совсем черно-белого, но суть была примерно такая. Они это хотели сделать. То, что касается синглы, соло-прохождения, это, считайте, туториал. Хотя там есть отдельный туториал. И все это огромное упущение, я считаю. И мое твердое и нет на вопрос, а стоит ли начинать с этой части. We have to protect the village. There's nothing to worry about, Elder Fugan. All of us. Everyone in Kamura, we've all been training for this moment for our entire lives. Зато игровой процесс перетряхнули, и тоже не слабо. Без фундаментальных изменений все же, даже оружия нового нету. Зато есть механика, позволяющая пересмотреть тактики. Имя ей Прутожук. Это местный аналог паутины и Человека-паука. Два основных заряда позволяют цепляться за воздух буквально и бросаться охотнику в нужную сторону или даже вверх. Появилась пресловутая вертикальность. Потому что у многих классов ее в принципе не было. Я играю с жука-палкой, где я вот такой почти, да, Человек-паук. Поэтому для меня это не новинка, но для тех, кто вот буквально орудует только на земле, им, наверное, стало совсем прикольно. Они почти как я
себя ощущают. Мой класс и все остальные могут, например, с помощью этой штуки еще и избегать долгого лежания на земле. То есть, когда тебя ударят, ты нажимаешь вовремя эту штуку, отлетаешь и не валяешься. И не ждешь, пока медленно встанешь, монстр тебя еще раз катает пару-тройку раз. То есть, у нас больше динамики, в принципе, в сражениях. Больше способов избежать урона. Добавьте специальные приемы с разным оружием. Каждому есть какие-то. Заряды постепенно восстанавливаются сами по себе, а также временно можно довести их число до 3. То есть теперь эта штука как вторая нога, если у тебя было всегда их только одна. Можно быстрее покрывать расстояние от себя до монстра в любой момент. Резво отлетать от АОЕ или просто неприятных серий атак, когда не спасает перекат. Например. Приходится долго привыкать к еще одному уровню свободы, зато потом он идеально вписывается в игру, чтобы урон не прекращался буквально. И только оранжевые циферки, да, рай для Monster Hunter. Беда номера DOS. Это 2 по-испански, потому что мне было лень запоминать как 2 по-японски. Не только графика просела по сравнению с World из-за свечевой эксклюзивности, очевидной, да? А окружение в целом и дизайн всего. Не такое все насыщенное. Плюс, очевидно, много реюза. Ну, это совершенно обычная вещь для Monster Hunter, как я понял. Там все повторяется и немножко добавляется всегда нового. Но здесь такой некоторые секции будто бы с той же самой планировкой, но поменяли не снег теперь, а пустынька. Или на самом деле и в снегу, и в пустынях там секции есть, которые ты прям узнаешь. Я видел это в Айсборне. И видел в основном в Ворлде. То есть смотреть на игру, в общем-то, на ПК приятнее, чем на свече, очевидно. Но видны шероховатости, которых не было в Ворлде. И, в общем-то, такое неприятное ощущение какого-то самозванца на платформе. А вся деревня не одна большая локация. Приходится вот через загрузки прям ходить в здание. Фанатам, конечно, не привыкать. Те вообще много лет играли на портативках, DS-ках и 3DS-ках в различных итерациях серии. Просто я воспринимаю это как шаг назад после World, как разделение синглового контента с коопным. Это в разных местах, в разные дверки проходить надо. Как у дикарей сделано в самом деле. Какой вообще смысл-то? Монстры те же самые. Для одного, правда, сложность совсем для зеленых сделали. Они прям влопаются как будто за 2 секунды. Но кто мешал скейлить соответственным образом, да? Один играешь, вот они совсем простые. 2 сразу... Примерно на самом деле так и происходит уже, да. Но почему не пустить вот 2 пройти вот этот коротенький сюжет, из которого буквально там часов на 5, наверное, меньше. Если не считать то, что будет после. Если просчитать вот как вот сюжет, да, титры, бабах такой. 3 часа или 4 там прошло. Думаю, блин, а че вообще был? Зачем вот градить-то в принципе надо было? Нет, девочки симпатичные, которые раздатчицы, они так и называются. Все. При этом, конечно же, самое главное веселье где? Давай, хором. Мультиплеере! И монстры злее, и кооперативные механики в действии. Да, можно подхиливать друг друга, бафы, там все на свете. В очередной раз, не понимаю подход я господ из Японии. Как я понимаю, это традиции серии, когда они вот сначала делают большую какую-то игру, которая долго-долго держится, а потом меленьких наклепать посерединке, типа, чтобы тебе было чем-то заняться. Но это назвали не дополнение, да, отдельными продают. Ну вот так вот часто делают японцы, у них там с файтингами отдельные стритфайтеры, да, выходят, которые как бы продолжение, точнее, предыдущего, но как бы новые, заплати заново, нельзя вот отдельным огрызком. Сейчас, конечно, они осознают момент с DLC, постепенно начали осознавать. Но, блин, ну, видимо, просто Nintendo опять эксклюзивность вот, да, заплатила. Скорее всего, потому что как раз на Switch'е было бы интересно такую, типа, ну, более-менее бесконечную игру и сделать, да. Смысл оно имеет, наверное, больше, конечно, на портативке играть. Ну, но пока, говорю, причесали, работает. После уже первого часа забываешь, что это какая-то другая версия, и самозванец. Ой, старый добрый Monster Hunter, просто долбим монстр. Ничего такого, да? Дополненница.
В бою много мелких добавок появилось. Бонусные птички и рыбки, которые временно бафают разные параметры. Вроде фигня, зато хоть чуть развлекает, пока бегаешь от локации к локации. Седлать монстров нынче не дают. Я поэтому, собственно, и взял жука-палку, потому что можно было так делать. Удобнее с ней, чем с остальными вещами. Теперь у нас другая мини-игра. Если два больших монстра встретятся в одном месте, побежденного можно оседлать. Ну и можно побежденно захреначить победителя. Да, и его оседлать, и уже немножко по-другому им рулить, так или иначе. Если получится уворачиваться от ударов и самому больно бить на монстрюке, то получаете еще один мега-удар. В общем, сделайте несколько серий, чтобы сделать еще одну очень больную, злую и так далее. Иногда наездником можно стать и без посредников. Достаточно чаще бить врага приемами с протожуком. В таком случае можно просто долбить жертву об стеночку, также нанося нифиговый урон. Удобнее, чем в айсборне, где нужно было найти специальные яхотки, прилететь на лицо и долбануть в нужный момент, когда монстр смотрит на стенку, и это один раз делать. Но тут еще валялся там некоторое время, хотя тут тоже уже валяется, но меньше, наверное, мне кажется, меньше. Неважно, суть не в этом, суть в том, что тогда было сложнее, может быть и интереснее, не знаю как, это просто изменение такое. Ну, сейчас гораздо интереснее, потому что этой хренотенью можешь управлять. С другой стороны, да, но как бы она слишком ограниченная по управлению. Ты ничего не делаешь и всегда одинаково. Поворачиваешься к стенке, ты нажал кнопку, чтобы не упасть, ты еще раз и повторил. Или когда битва, ты тоже ты там выбираешь момент, отскакиваешь в нужный момент. Я не сказал, что там есть, ну есть немного, тактики есть. Чуть-чуть. Я сказал, ну чуть-чуть. Но все равно, опять же, да, конечно, управлять монстром весело. Че тут, какие вопросы? Стравливать можно еще и с помощью специальной животины предмета, пахучки. Она такая тоже на уровне валяется, такой скунсик. Применил его в нужный момент и, учуяв сладкую вонь, любой побежит за вами. И вы уж сами знаете, куда его надо направить. Выбираете монстра, который есть на уровне еще. Вот они такие встретятся и опять все это месилово заново. Плохо, что нет. Но одна из самых крутых вещей, да, в Monster Hunter, зрелищно, когда один здоровенный монстр другого валит. Ну да. И у них там специальный приемы, анимации, как какой-нибудь змей вокруг другого, как закрутит его еще, что-то, класс. Ну, у тебя там начинается Майкл Бэй, прям, с Трансформера, когда они там на тебя падают, на камеру, там, ты пытаешься вернуться от них. Ты катаешься, иногда пытаешься то стрелять, то бить, еще что-то. Это вообще отличные моменты. И, откровенно говоря, это единственная игра, которая подобное делает. Ну да, и причем это, ну, не заскриптованное, ну, как бы, наполовину заскриптованные сцены. Но все равно, да, они удивляют, когда это происходит, и да, по-разному проходят эти битвы, так или иначе. Из нового дерьмовейший Tower Defense, здесь называется он буйство, который просто плохой, скучный, кривой и вообще помоечная срань, за которую хочется всех за яйца повесить, придумавших. Хорошо, что только по одному разу в обоих режимах заставляют пройти это дерьмо. Этого, правда, хватило, чтобы всех возненавидеть, потому что в сингле как бы тебе объяснили там все простенько, а в мульте они такие сразу «валите». Вот просто. Ну, наверное, обычный. Может быть, они предположили, что ты типа синглу прошел, а мышь. Ну, даже все через. Через жопу получилось. Потому что мы сначала мультиплеера много наиграли, потом каждый по чуть-чуть синглу. Я такой, а, че это мы всех убиваем такие? Зачем это играть? А, совсем забыл, кстати, о новых напарниках, паламутах. Это такие, по сути, собачки. Котики Палика не были бесполезными, просто собаки помогают с перемещением. На них можно ездить. То есть без дополнительных ухищрений добираться быстрее и до монстров, и до нужных мест в принципе. Опять же, сокращая время простое. Раньше были там какие-то сложные монстры на местах, которых нужно было использовать подобным образом, похожим. Сейчас он у тебя всегда есть, если ты его взял. В сингле они оба бегают с тобой, и котик, и собачка, а в копе
кого взял. Левым курком ускоряться постоянно на собаке очень прикольно. Да, дрифтить, дрифтить, не ускоряться, а дрифтить можно, но я что-то... Не, она дрифтит сначала, потом ты отпускаешь, он ускоряется. Точно, я перестал этим пользоваться почему-то. А я в сингле просто так и ношусь, просто по карте. Блин, ну нафиг не надо, мне кажется. Как ты без этого нормально работаешь. А еще очень прикольно, мне нравится в уровнях, оно действительно стало вертикальнее. То есть ты раньше в Iceborne, ну там проходы какие-то видны на карте, и все, ты по ним. А тут ты действительно можешь забраться куда-то там, перепрыгнуть, с помощью этого протожука пробрать. Да, раньше тебе нужны были специальные места, где ты там можешь только залезть, то есть лианы и прочая фигня. А здесь ты где угодно чисто теоретически это можешь сделать. И эта вертикальность все-таки так или иначе помогает. Ну, там можно и придумывать какие-то тактики специальные. Например, если у монстра оказывается в какой-то низине, лучник мог бы забраться наверх и оттуда лупить, чисто теоретически. Не пробовали, пока что-то без этого обходилось? Ну как-то пробовали, когда он ломает здание, ломает, блин, гребаные структуры из камней. А-а-а. Я же залазил, стрелялся. А, я не видел. А, ну вот как бы да. Теперь лучник может это сделать легко с протожуком. Я просто говорю, для меня это очевидно. Я такой запрыгну, тык, и ну, мне там делать нечего зачастую. А еще этот, зачем протожук перепрыгивание? Это же для экспедиции. Ты начинаешь исследовать карту, тоже нормально пропрыгиваешь, там что-то куда-то тебе надо залезть. И там, кстати говоря, вот как раз... На исследование есть эти задачи, то есть с протожуком пропрыгнуть. Есть, что-то я их даже не выполнял, я просто сразу... У меня есть записи, я тебе закину. Окей. Зато лично меня сами монстры знатно так удивили, как разнообразием, так и способностями. Мало, в отличие от Ворла, совсем уж драконов, да. Разнообразие есть. Придумывали значительно интереснее штуки. Совершенно безумные твари, конечно же, получается. Как вам, например, этот членомонстр? Или психоуточка с несварением? У него живот огромное, такое хватается, все время расстроено из-за этого. А невероятная макака с крыльями и таким особенным хватательным хвостом. Магномала не такой экстравагантный, зато как пуляет из хвоста гауссовой пушкой, такой птю, и делает еще бум. Бум, такой большой бум. Много потрясающих экземпляров, старичков, правда, тоже достаточно, но мне, по большому счету, они тоже все нравятся. Хороший набор. Успех, как по мне. Сделаю отдельное видео даже, как и в прошлый раз, про лучших представителей клыкастых и пукастых. Очень уж они в этой игре любят испускать разноцветные газы. Один монстр вообще сразу несколько видео. Сразу. Тоже, видимо, хорошенькое такое несварение. Разноцветное несварение. Еще более мелких нововведений тоже предостаточно, типа меняющихся скиллов для оружия каждого и всяких удобств в навигации. Но они большой погоды не делают и имеют меньшее влияние на геймплей, да и на общее впечатление в целом. Я бы сказал, что Monster Hunter Rise — это очередная японская вещь в себе, но даже больше в себе, чем другие. Как, например, серия Якудза, в которой не особо знаешь даже с какой стороны зайти, не с середины же, поэтому либо 0, либо 7, потому что перезапуск, да, 7. World как раз была той самой входной точкой. А Rise — это во многом старый подход, который не то чтобы должен был изжить себя, а не должен восприниматься отдельно, я бы сказал. Тематическое дополнение, которое продается отдельно. Но есть только на ПК и на Switch'е. На консолях, судя по всему, не будет остальных, потому что Nintendo эксклюзивность явно заплатила, а ПК ей не конкурент. Дополнение с кучей правильных находок, только глобально все такой же бесконечный босс-файт, бессмысленный и беспощадный, с диким количеством механизмов. Механик, что даже путаешься иногда. Мне пока нравится, но надолго ли это? Если вот еще одну такую же игру выдадут, в какой-то момент новых монстров, няшных котиков на планерах и собак в подводных лодках не хватит, мне кажется. Есть вероятность, что выбери я другое оружие, больше бы впечатлился новым темпом, потому что у меня и так было достаточно свободы, а у других нет. И поэтому я не ценю протожука настолько сильно. Потому что весь интернет пищит от восторга, какая же классная Rise. Прям совсем уж что-то как-то их распирает. Фанаты, я понимаю, я как бы отчасти тоже к ним отношусь. Но не настолько же. В итоге я надеюсь на продолжение концепции все-таки World. А Rise просто вкусный жранч. Прием пищи между основными. Данго заживал. Это тебе не мяустер, который может...
капец готовить. Нажарить, да, курочку вот такую вот, размер с монстра. Наверное, вот того монстра, собственно, и поймали, и все. Ну, мне... такой перекусон сладенький. Ну, как бы, да, маловато что-то, я согласен. Примерно так же и воспринимается, как данг. Пожевал что-то там, но основной это прием пищи должен с пивом, да, курицей, кусками мяса, шашлыком вот таким вот, да. Что такое? Рис. Рис. Риска, пожалуй.